Понятное дело. А поставь 3К. Вот это. Ну, слушайте, как же. А поставь 3К. Вот ради интереса. Посмотришь, будет тебе приносить удовольствие играть или нет. Не помогу, поставь 4К. 5К. Может, блядь, в конце концов дойдет. Итак, ты просто без денег останешься. И будем на воде. И... Ну, что мы сейчас сидим? Прикольно, ты на меня влияешь. Знаю, что я так тебя обожаю, ты милый. Как я на тебя влияю? Ну, тебе говорю, вот закинь 3К, 4К, 5К. И в конце концов ты поймешь, что не надо в эту хрень играть. Хотя сколько людей в казино играют? Вот сколько? Смотрите, как происходит это. Ты заходишь первоначально в игру. Все, ты зашел. И реальность уже покидает тебя. И вот эта виртуалка. Гуль. Гуляй на всю. Да. Либо все, либо ничего. Либо ты ставишь, либо ты вообще не ставишь. Что я? Вот я и говорю. Что я говорила? SBS. А, вот. Ты заходишь в игру. Играешь. Немножко проигрыш и думаешь, ну сейчас выиграешь. Выигрываешь. И такой, опа, сейчас опять выиграю. Опять выигрываешь. Сейчас опять выиграю. Опять выигрываешь. Потом ты, получается, проигрываешь. Думаешь, ну сейчас. Опять проигрываешь. Ну сейчас точно получится. Опять проигрываешь. И думаешь, в чем прикол? Выигрывал, а тут начал проигрывать. Значит, надо поменять сумму. Меняешь сумму. Опять выигрываешь. И тут уже не остановишься. Ты свой выигрыш, который ты должен был снять, ты его не снял, ты просто просрал его. Вот в это казино. Вместо того, чтобы остановиться, ну, для человека остановиться это то же самое, что успокойся сказать. Вот. И это все вот круговорот. Вот я думаю, что я выиграю. Не выиграешь ты. Выиграешь раз, выиграешь два. Но потом в итоге ты все просрешь. Либо ты останавливаешься и снимаешь то, что ты выиграл. Либо тогда просирай все. Все, вариантов нет. И даже это то же самое, что наркотик. Вот реально. Так же самое, как втянет, все, не вытянешься оттуда. Тяжело будет. Так же и с казино. И вот эта вот надежда, она тебя не покидает. Ты думаешь, выиграю. Ты уже начинаешь, я не знаю, херню какой-то маяться, ну в плане, ну сейчас я там пальцы скрещу, выиграю. Или еще какую-то херню сделать надо, и выиграешь, типа. На это игра и рассчитана.
что поначалу тебе дают выиграть, но потом ты начнешь просирать большие деньги. А большие деньги ты-то без трусов останешься даже. Я же выиграла. Выигрывал правильно. Ну так я и говорю. Ты больше просрешь, чем выиграешь. Вы как думаете, те люди, которые выигрывают в казино, много? Охереть, как много. Думаете, что их оставляют там? Ни хера. Выгоняют. Потому что они разоряют казино. Они его не наполняют, они его разоряют. И им это, конечно, невыгодно. Поэтому не надо. Да, что толку не надо? Я вот тоже играю, я в надежде, что... Ну, сейчас выиграю, сейчас выиграю. Выигрываю раз, все. Дальше все просираю. Привет. Вот. И потом я еще говорю, нахера я зашла вообще в эту игру. Алан, привет. Я просрала столько бабок. Нахера? Я могла подарить ведущим, то есть девочкам. Доброе утро. Вот. Но просрала все в Юме. Как дела? Супер. Что-то. Ну что, ты говоришь, тоже в Юме играла? Алан, как тебе лампа? Смотри, сейчас похвастаюсь немножко. Мне еще есть такой свет, смотри. Такой. Такой. Ну да. А вы что, не видите? Вот капец, вот охереть, никто не видит этого. Да, и он. Вот, смотрите, у меня есть такой белый, есть такой и такой. Мне нравится. Вот теплый. Тут можно яркость давать, можно ее понять.